One thing I forgot to mention last night. То, что вчера я забыл упомянуть. I have a revival equation that's very important that you understand. У меня есть уравнение пробуждения, которое очень важно, нужно понять его. It's an equation of history. I'm not going to write the words, but. Уравнение из истории. Well, maybe I can. Say, what's the word for evil? A great evil. Big evil. Yeah, большое. Большое зло. Зло. Большое зло. Зло. Большое зло. Большое. E. Зло. E S. Зло. Зло. Yeah. Большое зло. Plus the absence of God's people. The absence. Плюс большое зло плюс отсутствие Божьего народа. What? Отсутствие Божьего народа. Plus a great evil plus the absence. Отсутствие Божьего народа. Absence of God's people. Отсутствие Божьего народа. Okay, very important. That equals. И это равняется. The zlo. Continuing and growing greater. Растущему зло, увеличивающемуся зло. So you need to do the rest there. Means the evil continuing. Зло, которое увеличивается, продолжается. Зло продолжается. 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 Good luck here. Продолжается. It means the evil continues and grows. 35. Также 35 глава чисел. Leviticus 19. И Левит 19 глава. You can write those down and look them up later. Можете записать, потом посмотрите. But it describes the cities of refuge. И там говорится о городах убежища. God instituted a whole set of law. И Бог устанавливает целую сеть, ряд законов to prevent the shedding of innocent blood для того, чтобы предотвратить пролитие невинной крови, чтобы это вообще не возникло в народе. That's how much they feared it. Вот насколько они этого боялись. How important it was that the blood would not be shed. Насколько важно это было, чтобы не было пролития крови. For example, here's how it worked. Например, вот как это действовало. I think this is borne out in Numbers 35. Я думаю, что это где-то в числах 35 главе. Число 35. Или 19, не помню. Yeah, it's Numbers 35. Да, 35 глава. It gives an example of the shedding of innocent blood or a scenario. Пример пролития невинной крови. Сценарий такой. I hope. No, I got the wrong place. No, that's right. Let's say I'm chopping wood with my neighbor. Допустим, я рублю дрова с моим соседом. I'm chopping wood with my neighbor. Или же я вырубаю. The axe head comes off. И этот топор отлетает. It hits my neighbor's head. Ударяется в голову моего ближнего. It kills him. И убивает моего ближнего. It was an accident. Это было случайно. I did not have hatred in my heart for him. В моем сердце не было ненависти к нему. I bring my neighbor. I loved my neighbor. We were friends. Я люблю моего ближнего. I carry Мы были друзьями. Я приношу его тело обратно. To our homes. В его дом. His family sees him. Его семья видит его. They begin to weep. Они начинают плакать. I feel terrible. Я ужасно I'm чувствую carrying себя. My friend. Я несу своего друга. Это было случайно произошло все. I did not have hatred in my heart. У меня не было ненависти к нему. So his death. Поэтому его смерть. Was not the shedding of innocent blood. Это не пролитие невинной крови. You understand that? Это понятно. In order for it to be innocent blood, for the shedding of innocent blood, there has to be a hatred. Когда проливается невинная кровь, должна существовать ненависть. Predetermined hatred of anger. Уже ненависть, гнев, которая определённая. Now, his wife is very sad. Его жена опечалена этим.
And his brothers hear about it during the night. И его братья слышат об этом, об этой ситуации. And they decide to come for me. И они решают прийти за, по мою душу. As blood avengers. Как мстители за кровь. The Hebrew law allowed the blood avengers to come after those they thought had killed their beloved. И еврейский закон позволяет приходить и мстить тем, которые убили своих их невин, so God instituted любимых людей. Но я невинен, поэтому Бог устанавливает эти города. These places I could run to for safety. Эти места, куда я могу убежать, укрыться там, находиться в безопасности. Это города убежища. I could run to the city of refuge. Я могу побежать в этот город убежище, к воротам этого города. I could say to the leaders, сказать лидерам, I'm seeking refuge я here. Ищу убежище здесь. I accidentally killed my neighbor. Я случайно убил своего ближнего. But his relatives, the blood avengers, are coming after me. Его мстят мне. But I'm innocent. Хотят на меня найти, но я невинен. They would judge the situation. И они будут судить меня за это. God set up three cities initially. И Бог первоначально выделил три города. And then there were three other cities they added. Три города было добавлено. Six different cities throughout Israel. Шесть различных городов по всему Израилю. So that people could run. И поэтому куда люди могут убегать? And not be killed. И они не будут убиты. If those brothers, if the brothers of this neighbor of mine took my life, соседа убили бы меня, it would have been the shedding of innocent blood. То это было бы пролитие невинной крови. Because they would have premeditatively sought to take my life. Потому что они преднамеренно бы искали меня, мою душу. With a hatred, a revenge. С ненавистью и мстительностью. When I was not guilty. Хотя я не был виновен. It would have put a bloodshed into the ground. И это было бы пролитие крови на землю. It would have put a curse in the land. И проклятие на землю было бы. And God understood that when that blood goes into the ground, и Бог понимал, когда эта кровь попадает на землю, it changes everything. It changes the it brings a curse on the whole land. Это помещает проклятие на всю землю. And they feared this so much. И они этого так боялись. So much they instituted this whole setting of this. Установили целую, this whole scenario, this whole сценарий, kind of a complicated institution of the cities of refuge. Институты городов убежищ, если так Look сказать. At Jeremiah chapter 26. Иеремия 26 глава. You'll see this again how. Это снова видно. How important it was. Насколько важно это было. Jeremiah was preaching. Иеремия проповедовал. Preaching against the land and the people. Народа, против, Израиля. Here's what it says. Verse 9 of chapter 26. 9 стих, 26 главы. Or let's say verse 8, 26 says that when Jeremiah finished speaking all that the Lord had commanded him to speak to all the people, the priests and the prophets and all the people seized Jeremiah saying, you must Иеремия 26:8. И когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь народ и сказали: ты должен умереть. Not very encouraging. Это не очень от нас радует. You know, you preach a good sermon and you'd like people to say, вы проповедуете. Pastor Dunn, that was a great проповедь, sermon. И после этого вам говорят. We're so glad you're here preaching. Мы рады, что ты здесь проповедуешь. We like to get a nice compliment when we get done with our sermon. No. What? I said we like to receive a compliment when we preach our sermons. Мы хотим получить комплимент за то, что мы проповедовали хорошо. Here poor Jeremiah is preaching his sermon. И вот бедный Иеремия проповедует свою. And the people don't come up to him and say. Свое послание и люди подходят к нему и говорят: спасибо большое, пастор Иеремия. We really appreciate your word. Мы очень ценим твое слово. It was a fantastic message. Это была фантастическая проповедь. No, people get together and they say, нет, люди собираются и говорят: ты должен умереть. Not very encouraging. Это не очень радует. And here's what they say to him: Why have you prophesied in the name of the Lord, saying this house will be like Shiloh and this city will be desolate, without inhabitant? And all the people gathered about Jeremiah in the house of the Lord. И затем они говорят: Зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь: Дом сей будет как Силом, и город сей опустеет, останется без жителей. We'll go down to verse 11 now. It says the priests and the prophets spoke to the officials, to all the people, saying, a death sentence for this man.
Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу: смертный приговор этому человеку. For he has prophesied against this city, as you've heard in your hearing. Потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами. This is Jeremiah's chance to defend himself. He's got one chance. They're saying you're dying. We're killing you. Это шанс Иеремии защитить себя, поскольку они говорят: your last sermon, we're going to kill you. Ты умрешь. Ты проповедовал свою последнюю проповедь, ты умрешь. Like, you have anything to say? У тебя есть что-то сказать? Последние слова, последнее желание? Most preachers would say, well, I've got a new word. I've got a new message for you. That's a little nicer message. И большинство проповедников сказали: we think you're going to like it a little bit better. Ну, у меня еще одно послание, маленькое послание. Может, оно вам больше понравится. Может, вы перемените свое мнение. И вот что Иеремия говорит. Verse 12, he says, Jeremiah spoke to all the officials, all the people, saying, the Lord sent me to prophesy against this house and against this city. All the words that you have heard. Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего, все эти слова, которые вы слышали. Поэтому. Therefore, amend your ways and your deeds and obey the voice of the Lord your God. Исправьте пути ваши, деяния ваши, послушайтесь гласа Господа Бога вашего. And the Lord will change his mind about the misfortune which he has pronounced against you. И Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. But as for me, behold, I am in your hands. Do with me as good and right in your sight. А что до меня, вот я в ваших руках. Делайте со мной, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. It's amazing. Here's Jeremiah, death sentence. Вот удивительно, Иеремия, ему смертный приговор вынесен. Он все еще говорит истину. Он не меняет свое решение. He doesn't try to protect himself. И не пытается себя защищать. He's still speaking the truth. Он все еще говорит истину. This is the way it is. И говорит, вот что есть, вот как должно быть. And he promises something. Isn't it interesting that if the people repent and obey, если народ покаяется, Jeremiah says, the judgment говорит, that's coming to your nation, суд, который идет на ваш народ, the judgment coming to your nation, суд, который грядет на ваш народ, that I have told you is coming, я сказал, что он грядет, God will change his mind, то Бог изменит свое решение, and he will not bring the evil upon this nation, не наведет зла на этот народ, that he promised to bring, то, что он обещал привести зло, and the thing that would change God's mind, и то, что изменит решение Бога, would be the people turning back to God, только если народ обратится к Богу, when the people turn back to God, когда народ обращается к Богу. When God's people turn back to Him, когда Божий народ обращается к Богу, something shifts in the heavens. То что-то изменяется на небесах. Even to the point where God's mind can be changed. Даже до той степени, что образ мышления Бога изменяется. It's so amazing. Это очень удивительно. God's people, Божий народ, crying to Him, взывает к Нему. God's people returning to Him, народ возвращается к Нему. God's people obeying Him, Божий народ слушается Его. God's people doing righteousness, Божий народ поступает праведно. And the things God said He would do against a nation, и то, что Бог обещал сделать против народа, He changes His mind. Он изменяет свое решение. And he does not do the things he said he would do. И он не делает то, что обещал сделать. Just because the people turn their hearts. Только из-за того, что люди сердца свои обратили к Богу. So amazing. Это удивительно. Such a promise to us in this hour. Обетование для нас в это время. A promise to the Ukrainian believers. Обетование украинским верующим. To the American believers. Американским верующим. The saints in every nation. Святым в каждом народе. That we say, Lord, if we когда will turn to Господь, you, if we will cry to тебе, you, if we will respond тебе, back to если you, если тебе, over and over in your word, снова you would снова в твоем слове, change your mind. Ты снова меняешь свое решение. Change your mind. Снова ты меняешь свое решение. Look what happens next. И что происходит дальше? Jeremiah says, oh, Иеремия говорит, do whatever you want with me now. Делайте все, что теперь хотите со мной. What had they said they would do to him? И что они сказали, что они сделают с ним? They were going to kill him, weren't они they? Они убьют его. And he said, do whatever you want. Он говорит, делайте все, что хотите. Like, go ahead and kill me now. Ну давайте, теперь убивайте меня. Then he does one more thing. Затем он делает еще одну вещь. It's like he has the key. Как будто у него есть ключ, последний kind of holds a key up. Тайный ключ у него есть. Says, oh, excuse me, one more thing I need to mention. Just one thing. Ой, I говорит, just,
Just want to say one thing to you. Еще одну вещь я хочу сказать. Look at verse 15. В 15 стихе. Only know for certain. Только знайте, твердо знайте. That if you put me to death. Что если вы умертвите меня. You will bring innocent blood on yourselves. То невинную кровь возложите на себя. On your family. И на город сей. И на жителей его. On this city. На город сей. On its inhabitants. На жителей его. For truly the Lord has sent me to speak to you these words in your hearing. И воистину Господь послал меня к вам сказать все эти слова в уши ваши. He's a man who has one last chance. Он мужчина, у него человек, ему еще один шанс. He's going to be killed. Его собираются Very убить. Shortly he's going to have his life taken from him. Очень скоро заберут его he's жизнь. He's been an obedient servant to God. Он является послушным слугой Господним. And he says, I have one last chance. It's the key of innocent blood, the secret of innocent говорит, blood. Вот у меня последний шанс, вот этот ключик, это невинная кровь. Я подниму этот свой ключ. I'm going to mention the shedding of innocent blood. Я упомяну о пролитии невинной крови. It's my last chance. Это мой последний шанс. So he pulls the key out and he says. Поэтому он достает свой ключ и говорит. Innocent blood. Вот невинная кровь. You take my life. Заберешь мою жизнь. You will curse your land. То проклянешь свою землю. And they feared that. Listen, they feared that so much. Этого так сильно испугались. Look at the next verse. Затем в следующем стихе. It's like schizophrenia. Как шизофрения у них началась. Literally schizophrenic. Буквально шизофрения. Totally changed their mind. They're ready to kill him. One minute they're ready to kill him. В одну минуту они хотели его убить. Затем он говорит, невинная кровь. And suddenly they change their mind. И внезапно они меняют свое решение. Verse 16 says the officials and all the people said to the priests. Тогда князья весь народ сказали священникам и пророкам. No death sentence for this man, for he has spoken to us in the name of the Lord our God. Этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего. Imagine. Представьте. What a change. Какая перемена. One minute they're saying death. В одну минуту они говорят смерть. A death sentence. Смертный приговор. We're going to execute you. Мы тебя с тобой расправимся. He simply reminds them, if they do this, they bring a curse. И он просто напоминает им, вы сделаете это, проклятие навлечете. And all of a sudden they go, oh. Сразу же это их отрезвило. Oh, bless you. Bless you, Jeremiah. Oh, благословляю вас, тебя, Иеремия. Bless you, Jeremiah. Благословляю. You came to us in the name of the Lord. Ты пришел к нам именем Господа. No death sentence for you. Никакого смертного приговора тебе. Thank you for coming. Спасибо за то, что посетил нас. Preach to us some more. Еще приезжай нам, проповедуй нам. I mean, a radical change. Видите, радикальная перемена. It's the fear of the shedding of innocent blood. Из-за страха пролития невинной крови. It was the fear. Это страх. It hung over them. Который висел над ними. We have no idea. А у нас нет никакого понимания. We have no understanding. У нас никакого представления. Of the curse of innocent blood. Представление о проклятии от невинной крови в наши современные дни. У нас нет понимания, как изменяется атмосфера из-за пролития невинной крови. В Америке. America has had 50 million abortions. В Америке 15 миллионов абортов. 50 million. 50 миллионов абортов. Since 1973 in America. С 73-го года. Let me see how we can do this. We've got the blood. Here's the ground. Where's the ground? Assembly. There's the ground. Вот земля. And the blood goes into the ground. И кровь попадает в землю. Something happens. И что-то происходит. It like it makes a cloud. It makes a cloud. Делает облако. Производит облако. And we start out in 1973. И мы начали 73-го года. With only so many million. Вот столько было миллионов. 10 years later. 10 лет спустя. We're about 15 million there. Уже 15 миллионов. 1993. В 93-м году. There's all this cloud. И снова облако. 30 million. 30 миллионов. 2003, we have 2003 год. 45 million. Миллионов. 2008. 2008 год. We have right around 50, 52. 50 миллионов.
million children. 50 миллионов, 52 миллиона and детей. It's all a cloud. И все это made this облако. Каждый it's like a fog, гол. A giant fog. Это как громадный туман. Where the light of God cannot get through. Когда свет Божий не может проникнуть. It literally is the curse. В буквальном смысле это проклятие. It's the curse that is so thick. We don't understand. We don't see. Проклятие настолько густое, что мы его не можем видеть, мы его не понимаем. I don't study pornography. Я не изучаю порнографию. But the very first pornography that came out in the 1950s, in the 1960s in America. Самая первая порнография 50-х, 60-х годов в Америке. If you would look at it and compare it to advertisements today, just advertisements in fashion magazines. Допустим, возьмете ту порнографию 50-х годов, сравните с современными рекламами в журналах. The amount of seduction and sensuality. То количество соблазнения и сексуальности. In the fashion magazines. В журналах мод. Would be greater. Будет больше. Than a magazine trying to be pornographic in the 1960s. Чем даже журнал, который пытался быть порнографическим в 50-м году. Because of the fog. Из-за этого тумана. Very slowly, very slowly, year after year. Медленно, год за годом. We are desensitized. У нас мы теряем свои чувства, мы обесчувствены. There's a war against us. Против нас идет война демонических духов. It's very obvious. If you look, it's very obvious. Это очевидно. Если вы это сравните, я это не изучаю. They say if you take a frog. Они говорят, что если возьмете лягушку. And you try to put the frog into a pot of boiling water. И попытаетесь бросить лягушку в кипящую воду. If you put him in. Поставите ее, бросите ее туда, то она сразу же выпрыгнет. Because there's such a difference between the temperature. Потому что такая громадная разница между температурой. Это шокирует ее, она сразу выпрыгивает. If you take warm water, а если вы возьмете теплую воду, put a frog in warm water, поставите лягушку в воду теплую, и будете немножко нагревать водичку, немножко больше, немножко больше, и будете нагревать воду, будете нагревать воду. Pretty soon the frog will boil to death. Она сама сварится в воде. He will make no effort to escape. И даже никакой попытки не предпринять, чтобы убежать оттуда. This is what the church has to deal with. Это вот с чем сталкивается церковь. You have a world system that hates God. Есть мировая система, которая ненавидит Бога, ненавидит Божий закон. That hates God's standards. Ненавидит Божьи стандарты. Especially in the most important areas of our life. Особенно в самых важных сферах нашей жизни. If you were Satan, если вы сатана, and you wanted to destroy the nation of Ukraine, и вы хотите разрушить народ Украины, what would you do? What would your plan be? Что бы вы сделали? Какой бы был ваш план? If you were meeting with the demons in the boardroom of hell, если вы встречаетесь с демонами в совете директоров ада, and you put Ukraine on the whiteboard like this, и вы пишете Украина на доске. And you made a list of the targets, the things you would begin to assault. И вы пишете там цели, что же надо атаковать, чтобы разрушить, уничтожить этот народ. What would be on that list? Что было бы в этом списке? See the young demons, they raise their hand. И видите, молодые демоны поднимают свои руки. I know. Да, я знаю. The cell phones. Да, мобильные телефоны. Если заберешь мобильные телефоны, то люди просто с ума сойдут. Если мы интернет вообще уберем, вообще народ на колени станет. Сатана говорит, о! Более старшие демоны. Make more potholes in the roads. More holes in the roads, you know. Regular roads. Yeah, bad roads. Сделать holes надо. In the roads. When you drive down the street, your tire надо goes. Надо сделать the, плохие, плохие дороги. Anyway, we have bad roads. У нас все равно плохие дороги. Сделайте дырки в дорогах, плохие дороги сделайте. Satan goes, oh, the old demons. They're no better than the young demons. Чтобы люди проклинали, когда будут ехать на машине. So what are the targets? Поэтому каковы цели?
Мишень. Какова мишень? Мишень какая? Here are the targets. Вот мишень. The power of darkness. Для сил тьмы. Will address. The questions of what a man is. Первое. Вопросы. Кто такой мужчина? Мужчина. Мужчина. A man or a man, really a man is probably wrong. But женщина. Женщина. Кто такая женщина? What a woman is. Кто такая женщина? Is it brak, marriage? Да, брак. Что такое брак? Чистота. What is purity? Что такое чистота? In the gift of sexuality. Что такое дар сексуальности? The whole area of sexuality. Сфера сексуальности. The whole area of a family. What family is? Семья. What's Что такое семья? What's a bride? A bride. Невеста. 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 Брайд, невеста. How do you, невеста. Невеста. And what a bride is and what it represents. Кто такая невеста? Что она символизирует? And then, deity, children. Кто такие дети? So you look at every one of these areas. Посмотрите на каждую из этих сфер. This is what the power of darkness goes after. Вот что преследует силы тьмы. These are the areas the spirit of darkness assaults. Эти сферы поражают силы тьмы. The spirit of darkness assaults. Силы тьмы поражают. These areas. Эти сферы. Matter of fact, the fog. И кстати, этот туман. The fog that begins to fill the land when the land is, has the shedding of innocent blood. Этот туман, который начинает заполняться после пролития невинной крови, происходит в этих сферах. We don't understand what a man is. Мы не понимаем, кто такой мужчина. What is a godly man? Кто такой благочестивый мужчина? A godly Christian man in his sexuality. Благочестивый мужчина в своей сексуальности. How is a man, as a Christian man, supposed to function sexually? Как христианский мужчина должен функционировать сексуально? In all holiness. В своей святости. Toward his wife. В отношениях с женой. Toward his sisters. В отношениях с сестер. As a young man, as a young single man, как how is a young single man supposed to walk? Как молодой одинокий парень должен функционировать в сексуальной чистоте? What is the heart of a daughter really like? Каково сердце дочери на самом деле? Is the heart of a daughter really like this? Is it really? На самом деле, вот это сердце дочери такое. That's really the heart of a daughter. God made a daughter to walk that way, to act that way. На самом деле Бог так создал сердце дочери, так ходить, так стоять. To never smile, to never have joy on her spirit. Никогда не улыбаться, никогда не проявлять радости в своем духе. Is that really God's design? На самом деле это dream for a daughter? Божий дизайн. The joy of a daughter's heart. The innocence of a daughter's heart. Невинность сердца дочери. The purity of a daughter's heart. Чистота сердца дочери. Or is that the result of lie after lie after lie after лжи, lie лжи, лжи, that has раз, been spoken to her ever since she was a young girl? Было сказано ей еще, когда она была маленькая девочка. Is that what the result is? Вот такой результат. That from the time she is 8 or 9 or 10 years old. 8, 9, 10 лет. There is a demonic spirit. Демонический дух. That wants to see her life destroyed. Который хочет разрушить ее жизнь. That will promise anything to her. Который обещает все что угодно ей. If she will take on a certain identity. Если только она примет определенную личность, then her dreams will come true. Определенная отождествляться будет. То придет к ней радость. The deepest needs of her heart will be met. И самые глубочайшие ее мечты исполнятся. И каковы эти мечты? The greatest needs in a daughter's heart. Самая величайшая нужда сердца дочери. Safety. Это безопасность. Security. Охрана. Permanence. Постоянство. And commitment. И посвящение. A daughter was designed by God for safety. Дочь была создана Богом для безопасности. For safety and security. Для безопасности, охраны. Permanence and commitment. Постоянство и посвящение. Every cell of her being. Каждая клеточка ее существа was designed by God. Была создана Богом.
Every part of her being longs for that safety and security. Частичка ее существа ищет этого безопасности, охраны. But when we're under the assault of darkness, when we have this demonic fog, и когда существует этот туман демонический, we don't see. Мы не видим. We don't even understand marriage. Не понимаем, что такое брак. What is marriage? Что такое брак? What is God's plan for marriage? Какой What's Божий his? План для брака? In America, I always kid the young people. Marriage is this answer for my life. В Америке я шучу с молодежью. Брак это again, say it again. It's the answer for my life. Это marriage. Ответ на мою жизнь. God will save me from my sad, lonely, single life. Бог спасет меня от моей грустной, одинокой жизни. So what we think marriage is. Marriage is my answer. Вот что мы думаем о браке. Это мой ответ. And the man says, "I need you, baby." И мужчина говорит: "Детка, ты мне нужна." And the lady goes, "I really need you, baby." И женщина говорит: "Да, ты мне нужен." I really need you, baby. Ты мне нужна, детка. When I look at you, my knees start knocking together. Когда я смотрю на тебя, мои колени начинают дрожать. This is what. So marriage saves us from our sad, lonely, single life. Поэтому брак спасает нас от нашей одинокой, грустной жизни. If I don't find my soulmate, I'll be empty forever. Если я не найду свою вторую половину моей души, то я буду грустен навечно. Is marriage a blessing? Является ли брак благословением? Yes. Да. Is it the answer to life? Является ли ответом это на всю жизнь? No, I have something to remind you. Я хочу напомнить вам что-то. Jesus Christ says that He is the answer to life. Иисус Христос говорит, Он ответ на вопрос, на жизнь, ответ на жизнь. A whole generation of young women. И мы имеем это поколение молодых девушек. Looking for Mr. Right, number one. Ожидает мистер правильный номер один. And they need to find Mr. Right number one. Им I нужно, know his name. И я должна найти мистера правильного номер один. Listen, are you looking for Mr. Right? Девушкам, вы ищете мистера правильного? You're looking for Mr. Right. I know his name. Вы ищете мистера правильного? Я знаю его имя. His name is Jesus Christ. Его зовут Иисус Христос. And you better not be looking for Mr. Right number two. You better not be looking for Mr. Right number two before you get connected with Mr. Right number one. И лучше вы сначала найдите мистер правильный один, прежде чем вы соединитесь с мистером правильным два. Or you're gonna have big problem. Либо у вас будет большой проблема. Большой проблема у вас будет. Большой проблема. Большой проблема. Because you'll take a person. Потому что он возьмет человека. You'll take some person that was never designed to be in the first place in your life. Поскольку вы возьмете человека, который не был создан для вас. And you'll put this person there. Поместит в этого человека. In the most primary place. А вы поместите этого человека. Она поместит этого человека на самом важном месте в своей жизни. And guess what? И что происходит потом? That person will disappoint you. Человек разочарует тебя. They will not meet all your needs. И он не восполнит все твои нужды. They will let you down. И ты будешь унижена. They will fail you. Он не оправдает And you will be disappointed. И ты разочаруешься. And they will be disappointed. И он разочаруется. Because they can see they're not meeting all your needs. Поскольку он видит, что все твои нужды он не удовлетворяет. And you end up with two needy people. И что в результате будут двое нуждающихся людей, looking to each other to meet all their needs. Которые ожидают, что и то, что они восполнят нужды друг друга. Instead of two whole people. Вместо двух целостных людей. Each person being made whole in their relationship with God. Поскольку каждый человек становится полноценным в взаимоотношениях с Богом. And you have two whole people. Два целостных человека. That God puts together. Которых Бог соединяет вместе. For kingdom business on the earth. Ради царства Божьего на земле. And there's romance. И есть романтика также. And there's affection. И привязанность. But it isn't this fantasy of ecstasy. Но это не фантазия, не экстаз такой. I mean, you go to the movies and you read the books. Или же вы идете в кинотеатр, читаете книги. And you read Cosmopolitan magazine. Космополитен читаете. And you would think it's all about sexuality. Все вы думаете, что это все связано с сексуальностью. One giant mountaintop of ecstasy. Одна большая огромная гора экстаза. Seriously. Серьезно. No wonder so many young people are disillusioned. Не удивляюсь, почему так много молодых людей просто в ложных иллюзиях пребывают. They make sexuality everything.
И они сделали сексуальность всем. When sexuality was never designed, когда сексуальность не была, никогда не была создана, it was never designed to meet all our needs, не было создано для того, чтобы восполнить все наши нужды или стать самой важной частью нашей жизни. So we don't understand how the spirit of darkness has taken God's gift of sexuality. Мы не понимаем, как демонические духи взяли дар Божьей сексуальности и извратили его, этот дар. And he has promised that it will meet all our needs. И они обещают, что это восполнит все наши нужды. It's the highest human experience. Это самый высший человеческий опыт. It will meet all our needs. Это восполнит все наши нужды. It will form our identity. И мы станем новой личностью. It will give us purpose and meaning in life. Это даст нам цель и смысл жизни. If sexuality is like eating frosting, и сексуальность похожа на the message of the culture. Wait, сексуальность похожа как на. You know what frosting is? Frosting is you put on a cake. It's the. Let's say it's like. It's the crema. It's like strawberry on a cake. Or like frosting. You don't have frosting. Crema, maybe crema. Сливки на торт. Я говорю, лучше сказать, как земляничка. Крем. What do you call it? Крема? Крем. Крем. So, крем. If sexuality is like cream on the... Сексуальность — это как крем. Then the culture says, you need to get the biggest bowl говорит, возьми самую большую with the biggest тарелку, spoon самую большую тарелку, and eat as much cream as you can большую ложку возьми, with as many people as you can обжирайся этим кремом со многими людьми, насколько можно. И тогда ты восполнишься, наполнишься, и ты будешь самым счастливым. Крема! Много крема! Много крема! It's the message. It's you look everywhere. It's крема, крема! Это везде говорят. Крем, 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 крем. Крема! Here I am! Mr. Machina! Here I am, Princess Crema. Mr. Мужчина, вот я, принцесса Крема. For you, Crema. Для тебя, Крема. Come to me. Приди ко мне. You see it everywhere. Вы видите это везде. It's a spirit in the culture. Это дух в культуре. It wants to stamp every one of our daughters. Который хочет every woman. Оставить печать на каждой женщине, на каждой дочери. Дух хочет оставить свою печать и сказать, вот кто ты, вот твой образ. Вот в чем твоя ценность. Вот в чем твоя личность. У тебя нет никакой ценности в отдельности от твоей сексуальности. It's a demonic lie. Это демоническая ложь, that oppresses, которая подавляет our sisters, our наших mothers, our сестер, wives, наших and our daughters. Дочерей, наших жен. Are women non-sexual? Являются ли наши женщины no, бессексуальны? No, нет, sexual. Они сексуальны. In the context of marriage, в контексте брака, where God gives them permission to be sexual, Бог дает with разрешение one быть man. Сексуальным с одним человеком. Not to be sexual with every man, не with every encounter, with every glance. Мужчинам, с каждым взглядом. But one man, но один мужчина, where God says, "I bless you to be Бог this говорит, daughter of sexuality with one man." Благословляю тебя быть дочерью сексуальности с одним мужчиной. И любой другой мужчина. You are a sister to him. Ты ему являешься сестрой. Or you are a daughter. Или дочь. Or you are like a mother to him. Либо как мать ему. It's God's plan. Это Божий план. Pattern. Его модель. If the culture, what the culture said was true, если бы культура, то, что говорит культура, была правдой, people would be skipping down the street. То люди бы бегали по улице. They would be having all the crema. То они бы весь крем собирали. And they'd be laughing. Они бы смеялись. And their hair would be blowing in the wind. Их бы волосы a smile across their face. Развивались по ветру. Their они eyes would бы улыбались, и в их глазах была искра радости. And the girls would be saying, ah. И девушки бы говорили,
I love giving myself to the men. Мне нравится отдавать себя мужчинам. Oh, and I love it when they leave me. И мне нравится, когда они оставляют меня. But you know what? Но знаете что? Have you ever talked to a daughter? Разговаривали вы с дочерью когда-то? Who has given everything she can give to some man? Когда, которая отдала все, что у нее было кому-то, какому-то мужчине. And then he betrays her. И затем он предает ее и говорит: до свидания. It's like a knife. Это как нож. In her heart. В ее сердце. And there's no laughter, and there's no sparkle in her eyes. Никакого смеха, никаких искр в глаз нет. And she tries again with another man. И она пытается снова с другим мужчиной. And he leaves. И тот уходит. And again. И снова. And again. И снова. And she feels like property. И она чувствует себя как she feels имущество, used. Как какая-то вещь использована. Pretty soon you see her face. И вскоре вы видите ее лицо. There is no smile. Лицо нет улыбки на ней. There's a haunting sadness in her spirit. Постоянно преследует ее печаль в ее духе. The way I have said it for years, you see the men on the faces of the daughters of the earth. И как я это говорю, вы видите мужчин на лицах дочерей земли. You look at them. Посмотрите на них. They're beautiful. Они красивы. They're young. Молоды. They should be filled with joy and safety. Они должны быть наполнены радостью, безопасностью. There's a haunting sadness in them. Но их преследует постоянно печаль. They're in some situation they hate. В какой-то ситуации они находятся, очень, которую они не любят. And everything in the past. Все из прошлого. And everything in the future looks the same. И все в будущем похоже, оно одинаково. And they don't know how to change it. Они не знают, как это изменить. It's like they say, I'm doing everything the culture tells me to do. Они говорят, я делаю все, что культура мне говорит делать. I'm being the Ukrainian woman of я the 21st century. Украинская женщина 21 века. I'm doing everything the culture says to do. Я делаю все, что культура говорит мне делать. And none of the promises the culture has made to me. И ни одно из этих обещаний культуры. Have come true. Не исполнилось. Someone is lying to me. Кто-то мне лжет. Who is lying to Кто me? Мне лжет? I have been tricked. Меня обманули. I've been deceived. Меня обманули. It's the power of darkness. Это сила тьмы. It's the enemy's fog. Это туман врага. Over a nation. Над народом. That sheds innocent blood. Который пролил невинную кровь. I want to see the brightness and the joy restored to the daughters' faces. Я хочу, чтобы светлость и радость была восстановлена на лицах дочерей. I hate what I see. Я ненавижу то, что я вижу. I'm a papa. Я папа. I can't hardly stand it. И я с трудом могу это выносить. God never designed a daughter's heart to feel the kind of pain. И Бог никогда не создавал сердце дочери для такой боли, so которую так много девушки чувствуют. Never, he never dreamed the kind of pain. Он никогда такого даже не представлял. It was never in God's heart for Это никогда his не было в его мечтах, его сердце. And man, I'm talking about a daughter's heart again. И снова мужчина, я говорю о сердце дочери. Because I want you somehow, some way. Потому что я хочу, чтобы вы каким-то образом. To see what I'm saying as a man. Увидели, что я говорю как мужчина. And to say with me, I hate it. I see what you're saying. И чтобы вы сказали вместе со мной, я это вижу, как и ты, и я тоже это ненавижу. That you would get a revelation. Чтобы вы приняли откровение. Of what God made in a daughter's heart. О том, что Бог создал, как создал Бог сердце дочери, и что демонические схемы против женщин от сил тьмы. And you began to say, my life as a man. И вы говорите, что моя жизнь как мужчины is to create an atmosphere of safety. Это создавать атмосферу безопасности. In my own home. В моем собственном доме. First in my own life. Во-первых, в моей собственной in my жизни. Own purity sexually as a man. Собственно, сексуальной чистоте, как мужчина. Я начинаю с себя. Затем, в моем доме с моей женой, моими дочерями, моими сыновьями.
And then into the church. I extend that righteousness into the church atmosphere. Церкви. Я распространяю эту праведность в церкви. To create an atmosphere among God's people in the church. Создаю такую атмосферу среди Божьих людей. Where every daughter is blessed and safe. Каждая дочь благословена и находится в безопасности. And then extending out of the church into the culture. Распространяю дальше это в культуру. Prophetic declaration. Пророческое провозглашение. Purity and joy. Чистоты и радости и благословения брака. That God's standard is righteous. Что Божий стандарт праведности. That God's ways are higher than our ways. Божьи пути выше, чем наши пути. And that His ways bring life and not death. Его пути приносят жизнь, а не смерть. One of the things you need to understand is this curse. When the blood goes in the ground, there's a demonic connection. Кровь попадает в землю, то существует демоническая связь. What's the word for demonic? Демоническая. Демоническая. Demonichka. There's a demonichka link. There's a connection. Существует демоническая связь. When the blood goes in the ground, there's a demonic link. Когда кровь попадает в землю. I want you to see this. Я хочу это показать. I have an article I want to read to you. У меня есть одна статья. You'll see it's an article about the 20th century. Я хочу прочесть. Это статья о 20 веке. It's about a general. It's about a man who fought in a civil war in Africa. Это в одном мужчине, который принимал участие в гражданской войне в Африке. His name is General Naked. Его звали генерал. Like no clothes. Ногой, генерал голый. General Naked. Без одежды. It's because he fought with no clothes on. Потому что он боролся, он воевал без одежды. That's why they called him General Naked. Вот почему. Was it figuratively? Yeah, it's literally General Naked. I mean, he was His name is General Naked because he fought with no clothes on. He was naked when he fought. Figuratively or really? Really. Really. На самом деле он воевал без одежды. He fought with no clothes on. Без одежды воевал. You'll see the reason why. Let me just read the story to you. И вы увидите, почему это так было. It says the maybe you'll need to read this with me. It says the macabre annals of Liberia's civil war. Include gunmen in drag, human skulls used as soccer balls, and the videotaped torture of the ousted president, but nothing compares to the tale of General Naked. I'm not saying that middle word. I'm just saying General Naked. So I don't say that word. What is MS? A story. History. История Либерии, гражданской войны Либерии включает описание истории военных, потом человеческих скальпах, человеческих головах, которые использовали в футболе, и затем записанные на видео все эти муки президента, которые были над президентом. Но ничего не сравнится с историей этого генерала Нагова. Nude, except for the lace-up leather shoes and a gun, the general led his fierce, naked battalion into battle on behalf of the warlord Roosevelt Johnson, who hired the unclothed warrior for his fearlessness and fighting skills. Что носил? Получается, он носил только туфли кожаные и оружие, и сражался в битве на стороне. Рузвельта Джонсона, который нанял этого голого воина за его бесстрашие и за его навыки в войне. Okay, now listen to this. He says, listen to the demonic connection now. I want you just to, I'm trying to make a point how this man has there's a demonic connection to what this man did. Я хочу, чтобы вы увидели эту демоническую связь. И вы увидите, как было пролитие невинной крови здесь. He says, I was just an ordinary man, but I was also very spiritual. I was deep into the occult. Он говорит про себя. Я был обычным человеком, но также я был очень духовным. Я был очень глубоко занимался оккультизмом. His fighters were among the most notorious in the seven-year conflict that racked the West African nation. Founded 150 years ago by freed American slaves.
И его воины были самыми известными, самыми замечательными за 7 лет конфликта, которые сокрушили западноафриканский народ, основанный 150 лет назад освобожденными американскими рабами. So you have this man, he's a leader, he's a rebel, he's fighting in a civil war. Поэтому вы видите этого человека, он лидер, он борется, он воин. He's been hired for his fearlessness and his fighting skills. В этой гражданской войне он был нанят за его бесстрашие, за его навыки военные. And when he fights naked. И когда он воюет, то он воюет Very голым. Strange. Голым, это очень странно. But he says he was deep into the occult. И он говорит, что я глубоко погряз в оккультизме. It says the naked battalion, the naked army he led, stood out not just for nudity, but for its brutality and its apparent fearlessness. And of his warriors also were naked. Yeah. The naked battalion stood out not just for nudity, but for brutality. And its apparent fearlessness. И вот этот голый воин, голый сержант, он выступал не только за наготу, но также за брутальность, за жестокость и очевидное бесстрашие. I'll just say general naked instead of that name. General naked says this was a result. Listen to this now. This is a result of a contract made with the devil at age 11. Послушайте, что он дальше говорит. Это было из-за того, что я заключил. Завет или вступил в контракт с дьяволом. When he was initiated in the Satanic Society, и когда ему было 11 лет, когда он стал инициатором, когда он вступил в сатанинское сообщество. And it demanded two things. И то сатанинское сообщество требовало двух вещей. It demanded regular human sacrifice. Требовало постоянных регулярных человеческих жертвоприношений. And nudity on the battlefield to ensure protection from his enemies. И также наготу на поле боя, и это обеспечит ему защиту от врагов. You need to understand one thing here. И здесь нужно понять одно. When historians look at civilizations, когда историки рассматривают цивилизации, they'll look at a nation. И они смотрят на народы. At the history of a nation. Они смотрят на истории народов. And when they have studied civilizations that have они изучают цивилизации, that have fallen, которые упали, they always see two things. Они всегда видят две вещи. In every study в каждом of every civilization, изучении каждой цивилизации, there are always two было всегда factors present. Два факта. One factor Первый is this. Факт был этот. A loss of respect for life. Первое это потеря уважения к жизни. A loss of respect for life. Утеря уважения к жизни. I don't know what you do. It's like no Jesus. Нет жизни. Jesus. No life, no respect for life. Нет жизни, нет почтения к жизни. И второе. The second one is. И второе. Sexual immorality. Сексуальная аморальность. Аморальность. And perversion. И развращение. Oh boy. Perversion. И развращение. Two factors always in every civilization. Всегда два факта в каждой цивилизации. And you always see them run together. И всегда они идут рука об руку. So you see sex. Вы видите секс. And death. You have smert. И смерть. Смерть. Smert and sex. И секс. See, they run together. Видите ли, что они всегда вместе идут? You see sex and death run together. Секс и смерть идут вместе. You'll see them connected together. Вы видите, что они связаны друг с другом. And even with this general. И даже в случае с этим генералом. How did he have to fight and what did he have to do? Как он должен был бороться, что он должен был делать? Когда он заключил контракт с дьяволом, он должен был сражаться голым. Это извращение сексуальности. И также он должен был приносить человеческие жертвы. Death, смерть and sex и секс together. Вместе. You see the connection Видите with this man? Эту связь, взаимосвязь. You will always listen whenever you see sexuality outside of God's boundary of marriage. Всякий раз, когда вы видите сексуальность за пределами Божьих границ брака. See, God put a protective boundary. И Бог помещает эти защитные границы. Around his gift of sexuality. Вокруг его дара сексуальности.
Because he knows us better than we know ourselves. Потому что он знает нас лучше, чем мы сами себя знаем. And he didn't want us to be destroyed. И он не хочет, чтобы мы были уничтожены. God put a protective boundary around his gift of sexuality. Бог помещает защитные границы вокруг его дара сексуальности. Because he knows us better than we know ourselves. Потому что он знает нас лучше, чем мы знаем себя. And he did it to protect us from being destroyed. И он сделал это для того, чтобы мы не уничтожены были. That's why he put the boundary. Вот почему он ставит эту границу. That's why what God said. God said this. Вот почему Бог говорит, сексуальность is one part of married life. Это одна часть замужней жизни. And he said it in that context. В этом контексте. Whenever you take sexuality and you take it outside раз, когда сексуальность за пределами of his boundary of его marriage, границ брака, then the spirit of death starts working. Начинает действовать дух смерти. It can be spiritual death, it can be literal death. Это может быть духовная смерть или буквальная смерть. You see sexually transmitted diseases. Вы видите сексуально передаваемые болезни, СПИД. You also see spiritual death. You также see guilt. Видите духовную you смерть. See fear. Вина. You see shame. Страх, стыд. You see loss. Затем утеря, потеря. Depression. Депрессия. You see all the hurt. И всю боль. Betrayal. Видите предательство. When God designed sexuality когда to be a blessing. Бог создал сексуальность, чтобы быть благословением. When God thought of that gift когда Бог думал об этом to даре, give to mankind, чтобы дать человечеству, it was designed by God to be Богом, a blessing. Богом для благословения. The devil comes in, he begins to take it and turn it and twist it. Приходит дьявол, начинает брать, извращать его, переворачивать. And you look at the hurt, и вы потом the смотрите confusion. На раны, на смятение. So you've got General Naked. И вот этот генерал голый. Listen to what he says. И вот что он говорит дальше. He says, General Naked says he was required to make a human sacrifice before battle. От него было, ему поставлено было требование приносить человеческие жертвы перед битвами всеми. Usually it was a small child. Обычно это был маленький ребенок. Someone whose fresh blood would satisfy the devil. Кто-то, какой-то ребенок, чья свежая кровь удовлетворит дьявола. This is Africa, 1997. Это было в 97 году в Африке. Sometimes I would enter the water by a river where children were swimming and playing. Иногда я входил в воду той реки, где играют или купаются дети. I would dive under the water and grab a child. Я нырял в воду и схватывал какого-то ребенка. I would pull him under and break his neck. Затем я его тащил на глубину и сломывал ему шею. Sometimes I would just cause accidents. Иногда я просто специально устраивал несчастный случай. Sometimes I would just slaughter someone outright. Outright. Just see someone and slaughter them. Just. Иногда я просто видел кого-то и просто убивал его. He said in a matter-of-fact way. Просто так. Here's the best part of the story right here. И вот лучшая часть истории этой. It was during one of these battles. Что во время одной из этих битв. On the outside of the city, the capital city Monrovia. За пределами столицы Монровии. That General Naked's conversion to Jesus Christ began. Началось обращение этого генерала Голова к Иисусу. He was naked on the front line. Он был голым на передовой. When he says God appeared to him and told him he was a slave to Satan. Когда Господь явился ему и сказал, что ты раб сатаны. And he was not the hero he considered himself to be. И что ты абсолютно не герой, каким ты себя считаешь. God rescued him. Бог спас его. And he changed him. И изменил его. He's now leading a school for former fighters. И теперь он ведет who are like him. Школу для бывших воинов, участников God's войны. Бог обратил его, и теперь он идет библейской школы. И что я хочу, чтобы вы видели?
Because he made a he made a pact with the devil. Потому что он заключил контракт с дьяволом. So you have perversion of sexuality. Поэтому первое это извращение сексуальности. And you have the second thing. И второе. The loss of respect. In the early 1990s. В первых начале 90-х годов. Our church had a seminar. В нашем церкви проводился семинар. And a pastor from Africa came to our church. И пастор из Африки приехал в нашу церковь. And he had been involved in fighting witchcraft in his region. И он принимал участие в колдовстве в его районе. There was the shedding of innocent blood, there was human sacrifice. И было пролитие невинной крови, человеческие жертвоприношения. And the atmosphere of his region. Его района. There was a fog over his region. Над его районом был туман. And they prayed and they fasted and they broke the spirit of witchcraft. Они постились, они разрушали дух колдовства. They pushed out the witches. Они выгнали колдунов, разрушили этих духов. Stop the shedding of innocent blood. И прекратили пролитие невинной крови. And saw a revival begin to come. И они увидели, как началось пробуждение. And the spiritual atmosphere changed. Духовная атмосфера изменилась. There was peace. Настал мир. There was conversions. Обращения начали происходить. The whole atmosphere of his region changed. Вся атмосфера его района изменилась. It was like a miracle happened. Это было как чудо какое-то. We brought him to Spokane, our city. И мы привезли его в Спокейн. He was going to preach in наш our church. Город, и он должен проповедовать в нашем городе. He came to the airport. И он приезжает в аэропорт. And a young student of the school came to pick him up. Молодой студент приезжает, чтобы One его забрать. One of the students in the school. Один из студентов школы. And the pastor gets into the car. И пастор садится в машину. And they're driving into the city. They're driving down the hill into the city. You could see the city. И они едут по такой горе, так что можно видеть весь город на ладони. Turns to the student. И пастор обращается к студенту и говорит: I feel the spirit of human sacrifice here. Я чувствую дух человеческих жертвоприношений здесь. Here's the student driving the car. А этот студент ведет машину. Let's see. And he gets this comment. И вот этот комментарий слышит. I feel the spirit of human sacrifice here. Я чувствую дух человеческих жертвоприношений здесь. What is the student supposed to say? Что студенту нужно говорить тогда? Usually a guest says something like, "Oh, your city is so beautiful." Обычно гости говорят: "Ваш город". Something nice. Что-то красивое, что-то приятное. You're this African pastor. А вот этот африканский пастор. Very matter-of-factly. Again? Just very plainly, very, very pointedly. Очень прямо. Я чувствую это. This poor student didn't know what to say. Just kind of like. Этот бедный студент даже не знает, что сказать. What do I say? You know. Что мне сказать? Что я могу сказать? So what was this pastor feeling? Что чувствовал этот пастор? See, he had pushed the darkness off. Поскольку он оттолкнул. He had pushed that spirit of death off. Он оттолкнул his этот own дух land. Смерти в своей I think земле. He came back to our city. Я думаю, что он приехал в наш came город. Into our city. Приехал в наш город. And he began to feel something in his spirit. Начал чувствовать что-то It was в своем that духе. Old familiar feeling, like Это it's the spirit of death. Похожее чувство, дух смерти. It's the spirit of human sacrifice. It's the spirit of death. Человеческих жертвоприношений, дух I recognize смерти. It. Я узнала его. I used to feel it in my home. Я чувствовала его раньше And now в своем I feel доме. It here. Теперь я его чувствую здесь. That's what he was saying. Вот что он говорил. So what was it? Поэтому что это было? Maybe it was the abortions in our city. Возможно, это аборты в нашем городе. 2,000 abortions every year. 2,000 абортов каждый год. In our city. В нашем городе. He comes into the atmosphere. И он приезжает в эту атмосферу. Where the blood has gone into the ground. Где кровь попала в землю. And he feels И он the чувствует atmosphere. Атмосферу. It affects him. И это влияет на него. He can feel it. It's может чувствовать это. Because he felt it before. Потому что он чувствовал это раньше. Then it was taken away. Затем это through было, prayer and fasting and spiritual warfare. Было убрано благодаря духовной войне. Then he comes посту. Into the same atmosphere Затем somewhere else. Затем он приезжает в такую же атмосферу, только what's в другом месте. What's that familiar feeling I am having? И снова он встречает похожее чувство. I know what it is. О, я знаю, что это. It's the spirit of death. Это дух смерти. I recognize it. Я его могу узнать. I remember it Я in my помню spirit. Его в моем духе. It's the spirit of death. Это дух смерти.
the spirit of death. Дух смерти. Дух смерти. In America, I've been involved in what they call civil disobedience, protesting against abortion. В Америке я принимал участие в таком акте гражданского непослушания против абортов. I've been in prison for it. They took me to jail. Я даже был в тюрьме за это. I'm a criminal. Я преступник. Do I look like a criminal? Я похож на преступника. I'm a criminal. Yeah. Я преступник. But when we would go from city to city. И мы переезжали из города в город. And we would pray. И мы молились. And we would do different things. Мы делали различные вещи. And we were going to New Orleans one year. The city of New Orleans in America. И мы поехали в Новый Орлеан. And our strategy was to take different churches, and the different churches would bring their worship bands into the street. И наша стратегия в чем заключалась? Различные группы поклонения, прославления из различных церквей созвать вместе, чтобы они вышли на улицу. We had five or six different churches with all their worship bands, and we were going to worship God. Из 5-6 различных церквей вышли их группы прославления. We were going to go to the abortion clinic. И мы шли в клинику абортов. And right in front of the clinic, we would sing and worship God. И прямо перед клиникой мы пели и поклонялись Богу. Do spiritual warfare, and духовно воевали. We would push off the spirit of death and release the spirit of life. Отодвигали дух смерти и высвобождали дух жизни. And we would push off the spirit of hopelessness and release the spirit of hope. Безнадежности мы отодвигали, давали дух надежды. That was our heart. Это вот что было в нашем сердце. And they heard we were coming. И они слышали, что мы. There were five different abortion clinics in the city. Они слышали, что мы должны приехать, и в городе было 5 различных клиник. And they heard we were coming, and they closed every abortion clinic down. И они услышали, что мы приедем, и они закрыли клиники. They stopped all their appointments for that week. Они прекратили все свои встречи на тех неделях. They sent their staff on vacation. И отослали своих работников. They canceled all the appointments. На отпуск небольшой. And we were still there. С врачами. We were still there, and we began to worship God in the streets. Все равно там мы поклонялись Богу на улицах. Now, listen to this. Before we got there. И прежде чем мы приезжали туда. New Orleans, at that time in America. Новый Орлеан в то время в Америке. It was the murder capital of the U.S. Был столицей убийства в США. More murders in that city. Самый большой уровень убийств был в том городе за неделю, чем в любом другом городе. There were between